19 марта, в субботу, был в галерее Оренбургский пуховый платок, улица Володарского, 13, на выставке «Оренбургские ландыши». Март – самый светлый и долгожданный весенний месяц, связанный с удивительными цветами. Прелесть ландыша не могли не увидеть и люди искусства. Художники пытались отразить его красоту на полотне. Ювелиры создавали роскошные комплекты драгоценностей, а музыканты старались передать в своих произведениях сказочную музыку, рождаемую звоном цветков ландыша. Многие из оренбургских художников оставили образ ландыша в своих натюрмортах. Это произведения Шарапова, Просвирина, Борисовой, Тюлькина, Боброва, Облениной, Бусалаевой, Преснова, Монахова, Морозова, Арины Ардеевой и многих-многих других авторов. В Оренбуржье есть коллекционеры, которых страстно захватила ландышевая тема. Основой экспозиции стали предметы декоративно-прикладного искусства, собранные художником Альбиной Михайловной Кальвиной. Ландышевый декор на брошах, посуде и вазах, на тканях и открытках, платьях и сувенирах – цветочный символ любви и нежности, делает эти простые вещи невероятно женственными и трогательными. А если это отмечено высоким вкусом художника, то настоящими произведениями искусства. Ландыш – удивительный цветок, вдохновляющий поэтов. Поэтические цитаты, как часть экспозиции, поддерживают то особое весеннее светлое настроение, к которому стремились организаторы. Ландыши нельзя не любить. Они словно сказочные маленькие серебристые колокольчики, такие удивительные и привлекательные. Если на ландыш долго смотреть и прислушиваться, то можно услышать тихий серебряный звон. Тонкий, чарующий аромат цветов утихомиривает тоску души. Наступает блаженство и успокоение. В выставочном зале нас ждет встреча с ландышами на оренбургских пуховых платках. Новый элемент ландыша появился у вязальщиц в этом веке благодаря доступности информации в интернете и вызвал большие споры среди мастериц. Старое поколение его категорически не принимает, молодое активно пропагандирует. Приятного вам просмотра, удачи и благополучия. До свидания, до новых встреч.